Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем сегодняшний обход опенхаузов. И вот вы видите маленький такой дворик, я не знаю, как сказать, маленькая улочка. На ней написано, что это... Написано Private Street, такая частная улица. То есть улица как бы внутри вот этого комплекса. Здесь всего-то ничего домиков. 6, да? Ну вот, один из них там опенхаус. Светик, скажи пару слов, что там? Что тут у нас есть? У нас лот довольно таки нормальный, 6375. Да. 6 соток лота. Участок, да. Хорошо, да? 5 спален, 3 туалета, 2500, 250 квадратных метров. Да. Ну, и почем? Ну да. Самое интересное. Ну да, 2200. 2 миллиона 200 тысяч. Да, и город Mountain View. Город Mountain View, а дому сколько лет, сейчас мы посмотрим. 13 лет, 2004 год. То есть дом не такой старый совсем, да, даже. Нет, ну так он не очень старый. Да. Ну давай вот тут вход, там сбоку что-то, гараж. Гараж, ну мы сейчас посмотрим. Нет, просто вот так дом так изгибается. Да. То есть из 6 соток лота вот тут 1,5 сотки заняты вот этим. Дело все в том, что здесь жилищ парковки нет, поэтому тут как бы дополнительно, если гости приехали. Вот у тебя то есть на самом деле на этом месте можно поставить там 6 машин, ну, да. Кроме гаража. Да, потому что на этой улице места парковаться вообще нет. Ну да, Private Street, оно и есть. Угу. Private Street, да, встать негде. Да, вот у этого дома только 2 машины встанут и все. Ну вот тут видишь, они сделали такое, как сказать, или там открываются ворота. Смотри, там ворота открываются. Там ворота на колесиках и вот... В травке, ну, да, дополнительные места какие-то, не поймешь чего. Ну, да, но они, видишь, как они сделали вот у этих домов, все вот с этой стороны большие именно такие площадки, чтобы машины дополнительно могли встать немножко. Да, длинные парквей. Ну хорошо, пошли. I am from Portland. Are you? Yes, so you have 2 kids now? Yes. How old are the kids? And how old are you? 4.5. 4.5. Yeah, and she's 2.5. 3.5. 2.5. 2.5. 2.5. Wow. Yeah, but she looks, you know. Yeah, big. She looks bigger than two. So yeah. Both are happy girls, I see. Yes. Does she talk? This one. Yeah. She's just shy. So are you in QA now, or what are you doing? I'm actually doing like all of a data quality editor, like content editor. I work for Ebates. Okay. Yeah. Not yet QA, working on it. So you're looking for the house here? We just came to see that. I don't think we can afford it, but we wanted to see because it's been on the market for a while and they keep reducing the price. Oh, the prices are going down? No, the price of this oh, house. Oh, that one. They keep reducing it because they can't sell it. Okay. Hello. Good, мы зашли. Так, тут у нас лестница наверх. Так, угощение, друзья, абсолютно реальное. Правда, Свет? Да. Угощение. Яблоки, может быть, даже и пластмассовые. Это гранаты. Гранаты пластмассовые, вот клубничка, виноградик настоящие. Так, пошли кухню. Кухню будем смотреть ближе к делу. Вы можете в любую секунду остановить видео и покрутить туда-сюда. Понимаешь, это не обязательно смотреть во время нашего движения, а можно просто остановить и такую стоячую картинку посмотреть. Потолок интересный, да, Свет? Посмотри, они его, видимо, закрасили. Здесь было, наверное, как в замке, под дерево. А они его закрасили. Нет, это не закрасили, потому что на нем штукатурка, texture. Нет, это так было задумано. Он изначально. Такой старый, да. Просто иногда, когда его делают под дерево, он это вот как в замке в каком-нибудь.
Так, это security система. Да, это видно гараж. А, это гараж. Ну что, давай в гараж зайдем. Две машины, да? Давай зайдем в гараж. Да. Че, кино же снимаем, мы же не просто так ходим. Гараж. Хороший гараж на две машины. Хотя тесноватенько здесь, конечно. Ну, обычно это где-то 400. Для двух машин здесь тесновато. Для двух маленьких машин. Да. Так. Есть же какие-то стандартные размеры, да, Свет, для гаража? Да, конечно. Это вок... А, нет, это не вок инклозит, это ландри, да, тут вот стиральная сушильная машина. Тут даже умывальничек тут есть. Умывальничек есть, ну, как это святое. Неплохо, да. Это святое. Полочки. Так. Хороший пол, дерево хорошее, это бразильское махогани. Это очень-очень хорошее дерево. Так. Ну, здесь почему-то он без шкафов, что ли? А, нет, нет, тут есть шкаф, вот он есть шкаф. Тут есть шкаф, и тут еще достроили еще шкаф. Да, вот есть шкаф, давайте я туда зайду, в этот шкаф, в темноту. И вот этот шкаф, ну, такая стенка, как бы, да. Тут переговорник, смотри, да, ты видишь? Это, видимо, знаешь, такая гостевая комната с туалетиком. А где туалетик? А, справа. Туалетик справа, очень милый. Очень милый и замечательный такой туалетик. А что он все пикает? А, я думаю, там батарейка где-нибудь села, он пикает. Такой. Так, это пиканье уровня батарейка села. Так, это мы все на первом... Тут один, нет, два этажа, да? Да. Два этажа. Ну, давай, может быть, я на улицу выйду. Да, я выйду на улицу, а потом уже мы пойдем на второй этаж. Чтобы так была картина того, что здесь есть. Ну чего, бэк-ярд, конечно, ну, совсем никакой, так, между нами. Смотреть не на что. Хотя, некоторая площадь у него есть. Некоторая площадь у него есть. Но так как-то все это. Просто травка и все. Вон там соседи. Хотите, я вам соседей покажу? Давайте я. Так, подойду и камеру подниму. Вот можете посмотреть, что там у соседей. Да. Ну, давайте глянем еще с той стороны от дома, что. Я разрешение спросил, можно ли снимать. Мне говорят, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Так, идем дальше. Заходим снова в дом. И сейчас двинемся на второй этаж. Тут агенты к нам пристают. Да, Свет? Пристают. Говорит, а у вас есть ли у вас, говорит, агент? Да нет, он как-то нравится. Ну да, да, пристают, пристают. Так, Светик, ты можешь дверку открыть? Мы глянем, что там за дверкой. Я думаю, что шкаф, чтобы раздеться. Ну, давай посмотрим. Это у меня ощущение, это, ой, да, нет. Шкаф, еще по лестнице. Это нет, ну, вниз, вот там внизу, если вы видите внизу квадратик, это вниз залезть можно под пол, в бейсмент. Это не бейсмент, кроллспейс называется. Кроллспейс, я извиняюсь. Заговорился. Пошли на второй этаж. Заговорился. А так раздеться даже негде, да? Подошел? Раздеться негде, нет. Я не видел шкафчика у входа. Раздеться негде. Этот дом не для того, чтобы в нем раздеваться. А вот какой вид из окна-то. О! Смотрите, что творится-то. Из окна. Так, ну. Ну, какой-то вид. Зашли в коридор такой. Из коридора налево. Комнатка, ну, очень маленькая. Ну, очень маленькая. А если вы, друзья, посмотрите на пол внутри шкафа, то он кедровый. Вот это кедр. Кедр считается, что он отгоняет кого, Света? Моль. Кедр отгоняет. Светлана измеряет. В общем, это комната 10 на 10 футов. Чего? Футов. То есть, грубо говоря... 10 квадратных метров. И того нет. Здесь нет 10 метров. Света, близко нет. Нет, здесь около 10, потому что вот эта стенка 10. Нет, ну, Свет, тут нет 10 метров. Ну, что ты говоришь? Тут метров 7-8 максимум. Так, не всегда, друзья, измерения дают точный результат. 8, да, очень маленькая.
Вот. Это побольше. Побольше спаленка. Вид хороший отсюда. В эту сторону смотришь. Тут один вид. Тут же на углу второе зеркало, окно. Вот, вот такой солидный домино. Я бы сказал, что это на несколько квартир. Видите, там две двери. Это что-то такое сложное устройство. Да. Да. Так. Неплохие вот эти. Следующая комната. Еще одна, да. Тоже вот как положено со шкафом. И там с кедром на полу. Хорошо. Ну что, идем дальше. Not yet. Just discussing. Yeah, how do you like the house? We do like the house. Mm-hmm. Have you trained open house two weeks ago? No. No. Так, да, а свет есть? Есть свет? Ну да, тесненько очень. Тесненько. Ведь они пристают. Да. Да. А ну тогда молнии есть. Молнии? Да. Да, там на потолке. Такие серьезные молнии, да. It's a nervous system, so it's quite sensitive. So yeah. Both inside and outside. Oh, yeah. This is beeping all the time. Yeah, it's too annoying. So we need to. Тогда я вперед пройду. Да. Это тебя цепляется к нам? Покой нет. Значит, ну просторно, да? Просторно. Мастер бедрум, да? Да. Ну здесь такие, да, просторные. Да. Тут, наверное, китайцы жили. И китайцы продают. Я таких настырных никогда не видел, что вот так цеплялись. Нет, видели, беззастенчиво. Нет, вообще нет клиентов никаких. А здесь очень симпатично. Смотри, тут такие органайзеры сделаны симпатично. Это walk-in closet. Это зайчик, ты загородила ее, солнышко. А что вот это такое? Это вешалка? Нет, я думаю, это поднимается как-то. Да нет, это вешалка. А как вешалка, что на нее вешать что? А на нее можно вешать что угодно. Вот так, один на другой. Вот они вот отсюда. Раз, два, три, четыре. Ну, очень симпатично, я такого не видела никак. Да. И здесь какие-то штучки непонятные, что-то. Это лампочки, что ли? Наверное, свет как-то включить можно. Здесь. Ну, да, это похоже на лампочку, да. Ну, там есть выключатель? Не, может быть, с этой стороны. Можно погасить. Нет, тогда непонятно, что это. Ну, хорошо. А вот что это, вот. Что? Повесить, или сюда еще что-то повесить. А, это... Понял, это выдвигается. Вот так вот заходишь, и у тебя брюки перед носом висят. Ну, я не знаю, хорошо это или нет, очень странно. Ну, это такая фишечка. Ну что, мне кажется, что вот этот туалет в мастер-бедруме... Это фокал поинт всего дома. Да, это самое лучшее, что есть в этом доме. Самое такое симпатичное, привлекательное. Такое ощущение, что мы все делаем, конечно, очень много внимания уделено отделке. Да, здесь номер вам. Посмотри, покажи на потолок вот, и молдинги, и такие штучки. Да, потолок хороший, ребята могут посмотреть. И там динамики стоят, слушай. Тут где-то есть музыкальная система, и она динамики на потолке. То есть люди уделили много внимания, когда застраивали, чтобы сделать это более хай-энд. Но. Да. Поскольку они старались использовать каждый клочок земли, да. Дом немножко внизу получился очень такой клаустрофобический, очень узкий и длинный. А вот эта лампочка наверху, она крутится, вот там такой вентилятор стоит, вот эти две да, ниточки, одна ниточка, значит, посвящена вентилятору, а вторая освещению как таковому, там, кстати, лампочка сгорела. Да, там что-то с окнами, видишь. Да, да, окна какие-то запотевшие, это, они двойные, да? Они двойные, да, но это... Я не вижу, чтобы внутри было влага. Наверное, это все-таки снаружи, с той стороны. Ну, в общем, как-то оно... Ну, да. С той стороны, видимо. Или внутри. Не, внутри. Ну что, мы посмотрели весь дом, да? Ну, да. В общем, что я хочу сказать, что там внизу неудачное архитектурное решение. Они сделали каунтер, и так вытянутое помещение. Да. Они сделали узкий длинный каунтер, который еще более визуально его вытягивает и делает эту кишку совсем уж узкой. Ну хорошо, что они хотели за него там? 2200. Но они уже снижали несколько раз цену. Уже снижали, очень.
Okay, thank you very much.